родственники. После долгого путешествия по Ширу и за его пределами, Бильбо и Гэндальф с Сэрой нагнали отряд гномов. Настало время приключений. Так, а как же носовой платок? Я тут уже целых два. Стойте! Стойте! А Гэндальф-то где? А, он тоже вон бежит. Я подписал. Икс. Тук-тук-тук. Добро пожаловать, мистер Бэггинс, в отряд Торина Дубощита. Угощайся. О, офигеть, он яблоков там навысыпал. Не-не-не-не, стой, подожди, это для коняшек. Ну вот. Не хватило. Простите, друзьяшки. Так, и сейчас нам нужно насобирать яблок, судя по всему. Коняшки хотят яблок, и нам для этого нужен кто? Пойн, у него есть стрелялка? Ну-ка. Это ружье? Нет, не ружье. Так, и где же нам найти? Так, вон там восклицательный знак, вопросительный знак, восклицательный, вопросительный, бам. С помощью лего-посоха, например, так как можно выстроить колонну из гномов. Чтобы забраться на плечи гному. Бабах, бабах. Ну-ка просыпайтесь, сволочи. Мне нужны яблоки для коняшек. Бам, бам, бам. О, сундук. По-любому там что-то ценное. Бах. А, он не открывается, фигово. Так, надо как-то нам забраться. И как это сделать? Ага, о, нет, не то. О, вот, да. Оно самое и... и чё? Ага. С помощью лего-посоха. Не-не-не-не-не. Так. А вот Б. И Y, и... Опа. Да, залез все-таки. Ой, это же враг, 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 враг. Нет, свои, свои, свои. Спасибо, что придержал лошадей. Если лего-посох есть у нескольких гномов, они смогут создать колонну еще выше. Ага, теперь нам надо... А как забраться? Лады. Ага, вот нам нужен Нори. Да. Нажимаем Б, он встает в позицию. Нажимаем снова. Да куда ты? На Бильбо и создаем. А чё ты? Встал. Переключился. Встал. Переключился. И... Оно не работает. Ну-ка, может, что-то я не то делаю. А, наверное, нам надо вот этим чуваком спуститься вниз и построить. Не-а. Нет, он говорит. Вот так вот. И чё? И... Встань в позицию. А так. Бильбо. И он сразу уходит. Ну чё за дела-то, ну? Окейушки. Так, будем думать, что нам надо. Это не ломается. О, зато вот это ломается. Нам надо как-то и нижнего гнома сюда доставить. Как это сделать? Хе. Опа, и мы, братюни. Тю-тю, тю-тю. А, нет, так не работает. Так, ну-ка давай. Вставай сюда. Встал. Переключаемся, запрыгиваем. Ну давай, залазь. Оп, залез. Оп, вот так. И чё? А, вот тут фиговину какую-то надо собрать. Чёрт. У тебя с лестницы будет по-любому. Ну да, конечно.
Наблюдательность не самый мой классный конек. Ну ничего, главное, что мы осилили эту задачу. Так, и что, давай? И как тебя построить? Оп, снова Б. А... Так, надо переключить на Бильбо, чтобы он отошел. Включаемся на Нори, встаем. Включаемся на Оина. Ага, вот так вот. И переключаемся теперь на Бильбо Бэггинса. И давай, давай, Бартюнь, давай, залазь. Оп, оп. Да, отлично. Йо-хо-хо, я залез таки. Да, я снова сломал проход. Сейчас они пролезут. Да, вот маленькая дверца в скале. И нам нужен чувак с топором. И чувак с топором у нас Нори, судя по всему. Да, потому что другой еще вообще не вылез. Херак. И снова можно построить лестницу, которая не маленькая. Так, и, да, наверное, несколько персонажей. Да, еще один. И погнали. Уха! Бах, какая крепкая лестница. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Приветствую вас, странники, сказал чувак. Ай-яй. Так, тут снова нужен... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А че, он спит, что ли, или че? Что-то шатался. Как бомжара. Так, переключаемся. Чувак тоже. Ага. А, теперь надо еще одного. Так, Бильбо не то. Оин. А че вы сломались-то, ну? Давай, залазь. Оп. И теперь ты. Да. Тройное. Че вы сломались-то опять? Так, ну-ка давай. Встать. Встать. Ну, давай. Давай, братюнь, залазь. Ага, так, еще раз. И ты тоже. Оп. И снова нажимаем. И они снова падают. Что за дела? Это не прикольно, чуваки? Оп. Чего вы все туда-то лезете? Переключаемся. Оп. Давай, иди, иди, иди. Может, надо в каком-то правильном порядке их собрать? По старшинству как-то. О, во-во-во, стоят, 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 стойте, стойте. Давайте, оп. Да, куда ты? Оп. Да, 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 но, 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 давай. Да, наконец-то. Я это сделал, и я ничего не могу это сломать. Все расхерачу. Дерево, дерево. И ради одного яблока это все, что ли? Офигеть. Ну, о. Ладно, чё. Во-хо-хо-хо! И покормим коняшечку. На, кушай. Чё это было? Орки. Их здесь целые дюжины. Думаете, это смешно? Думаете, ночные набеги орков — это шутка? Мы ничего такого не имели в виду. Вы ничего не знаете о мире. Не обращай внимания. У Торина предостаточно причин ненавидеть орков. Когда дракон захватил одинокую гору, король Трор попытался отвоевать древнее королевство горов, громов, морю, громов? Но наши враги опередили нас. О, Азок, осквернитель. Баба. Эпичные баталии. Море было захвачено легионами орков, который вел самый жестокий из них расы. Ой, это орки. Их можно бить. Теперь у нас экшен, экшен. А, походу я не в ту сторону бьюсь. И меня вообще убили. Да, наконец-то начался. Можно собирать части орков. Я надеюсь, их не заставят потом жрать. А ну иди сюда, паршивый грязный орк. Да. Так, а что надо делать? Хоть бы цель какую-нибудь писали. На, на. Опа, опа, своих бью. Пофиг вообще, всех загашу, один останусь. Бах, бах.
А, надо было предводителя какого-то убить. Так, и нас свои же пропустили. Идем дальше. Собрал жизнь. Идем в дырку. Идем, 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 идем. Синенькие. Зок, осквернитель. И убежал. Этот гигантский орк с горы Гундабад дал клятву истребить потомков Дурина. На. У него шлем слетел. И из него жизни выпали. Надо пятерых завалить. А это свои? Ну ладно. Своих-то уж косить не будем, мы все-таки честные гномы. У них даже щита, эта защита спадывается. То есть вот шлем упал. О, аж подлетел. Надо синенькие собрать, обязательно синенькие. На. А что-то счетчик-то не уменьшается, что за дела? Я вроде дофига уже завалил. Надо каких-то особенных, что ли, убить? Оп. На. Так, можно зажать. Давай. И... Да. Оп. Так, остался всего лишь один. И в конце не останется никого. Отлично. Бам. Мам. О, какой гигантский башня. Ой-ой-ой-ой, нас его завалить придется сейчас. Бах. От него аж стрелы отскакивают, прикольно. Так, надо сейчас, наверное, вопрос нажать. Не сражайтесь в одиночку, чтобы идти, то нам нужно... Ага, понятно. Нажмите Б, чтобы бить с напарником, чтобы провести мощную совместную атаку. Лады, объединимся вот с этим чуваком. Уха! Да, отлично. И что, один удар сделает все, что ли? Ой-ой-ой. Давай, последний. На, отрубил руку, вообще сурово. Так, здесь тоже нужно опять двое. Объединимся со старичком. Бах. И слоу-мо. Отлично. И ворки вылетели. Мы их сейчас всех загасим. А чё они не умиваются-то? Ой, меня убили. Это печально. О, тут какой-то Е есть, офигеть. Давай, на икс. Какой-то Е из одной кнопки, это сильно. А что тогда даже внутрь? Внутрь можно зайти и ничего нельзя сделать. Это прикольно. Снова КТЕ из одной кнопки. Бах. И я победил это КТЕ. Press X to win прямо. Апофеоз. Так, надо замочить двух зеленых каких-то чуваков. А я их не вижу. Наверное, это лучники. Так, вот надо... Двалин. Нет. Как развалить это? А, надо собрать что-то. Ага. И у кого? У кого крюк-то? У кого крюк? Ага, вот у этого чувака. Нажимаем Б. И валим в вышку. Бабах. И два лучника орка. На. Ай-яй-яй, в ближнем бою-то они такие крутые, да? Голышом-то вас всех завалил. Отлично. Так, и еще один толстяк идет. Ой, у нас чувак умер там. Печально. Нам опять надо двоих. Ой-ой-ой, опять убили. Всех убили. Объединяемся. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Я надеюсь, тут жизни бесконечны. Я, походу, пытаюсь объединиться с орками. Да, свой. Отлично. Они рушат наш союз. Это же нечестно. Давай, друг. Да, все-таки я смог ударить его хотя бы один раз. На, опять голышом оставили. И контрольный. А, еще опять уже обе руки отрубил. А теперь малявок надо загасить. Так, объединимся с этим чуваком. И расхерачим стенку. Бах, бах, бах. Давай, а где я вообще? А я опять у мертвой. Давай. И я сейчас зажму как. А, у меня не работает эта херня. Зажму Б и... Да, я тоже умер. Давай. Отлично. И что-то вообще никого не убил. И снова какой-то Е из одной кнопки.
Да, завалили одного золотого. Они тут, походу, бесконечные. Это плохо, потому что... На, добивание. Еще осталось. Я вообще даже не различаю. О, еще один золотой, да? Отлично. Все, завалили золотых. Теперь нам нужен чувак с цепью. Это вот этот чувак. Нет, не этот. Так, кто там с цепью-то? Вот, да, он. И тянем, потянем, тянем, потянем. У меня рука затекла, что делать-то? На. Получайте, сволочи мохнатые. Орки паршивые. На. Загасился. Ну куда ты идешь-то? Умри. Отлично. Все, мы всех завалили. Ой. Поражение и смерть нависли над нами. Нет! Херак. Торин бился в одиночку и защищался дубовой ветвью, словно щитом. Откуда там вообще дуб взялся? Сам себя оглушил. Товарищи, на помощь! И сейчас мы его завалим. Вчетвером. О, в натуре, что ли? Оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй. Они рассоединили нас. Он прыгает. Так, давай. Нет, походу, надо... Не так просто все, походу. А чувак заглючил, но мы его все равно загасим. Нам нужно жизни. А там потайной ход какой-то. И ему плохо. Бабам. Они убивают с одного удара. Бах. Ага. Давай. Это QTE. XXXXXX. Отлично. И Б. На. И чё? А, снова заново? Бах. И теперь нам нужно попасть наверх как-то. Через дырочку. На. Ой, он что-то кидается. Ах ты сволочь. Ой-ой. Так, нам нужен чувак, который ломает. Бах. Сломал проход. О, это секрет такая, оказывается. Так, а как же нам тогда попасть? На. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохой. Так, а что нам делать теперь? Надо разломать вроде вот это. Да, по-любому из этого надо бы что-нибудь собрать. Бах, да, во. И увернулся. Оп, на. И QTE, давай. Одно и то же, причем, по-моему. Да, точно. На. Ну, чё, еще один заход. Ой-ой-ой-ой, орки. Так, и куда он убежал? Поиграем за Торина. Ух ты! Так, ну. Трус, убегаешь. Еще ржет что-то. Всех завалю. Так, тут какой-то... Они вообще куда бегут-то? Так, и вопросительный знак. С помощью цепа, например, такого как у, можно цеплять золотые. Ага. Да, я понял. Так, у кого тут цеп-то? Не у тебя, по-любому. Вот у тебя наверняка, потому что больше не у кого. Так, точно, да, у тебя. И тяни. Пока я делаю что-то своей цепью, меня нельзя убить. Я неуязвим. Оп. Тут надо разломать и построить, наверное, лестницу. Ах ты. Да, строим. А, нет. С помощью цепа, например, такой, можно целиться за лего крюки. Ага. XXXX. Да. Оба. И прыгаем. На. Ай-яй-яй.
Давай, давай, давай. У меня одна жизнь всего осталась. Икс. На, на. И последний удар. Че, еще не все? А, б-б-б-б, не та кнопка. Ох, увернулся. Икс. Давай. О, да, наконец-то. О, теперь дуба щиточку. Ой. Кисть ему отрубил всего лишь. А, рука. Мог бы по голове зарубить. Пока. И ускакала. Азок. Наш враг был побежден. И тогда я подумал, кого я готов назвать королем. А осквернитель, что стало с ним? Эта тварь уже давно подохла от своих ран. Э? А вот и нет. Оповести остальных. Мы напали на след гномии мрази. Телефон. Жалко, что не мобила. И мы завершили новый уровень. Азок Осквернитель. Доступен режим свободной игры. Да. И на этом мы заканчиваем нашу игру в Лего в Хоббит. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, ставьте лайки. Все дела.